Развитие малого бизнеса – один из приоритетов стратегии развития Нефтеюганска. В рамках муниципальной программы данный вид предпринимательства поддерживается на самых разных уровнях – от информационного до финансового. Как результат, число таких предприятий растет. Далее рассказ об одном из них. Пекарня «Любимая» работает в Нефтеюганске уже 2 года. Ассортиментный ряд приближается к 100. Число постоянных покупателей уже никто не считает. И все это несмотря на высокую конкуренцию в этом бизнесе. Пекарня у дома, мини-пекарня, домашняя пекарня, семейная пекарня. Мы именно так позиционируем. У нас выбор больше, чем в остальных пекарнях. Мы делаем с любовью. У нас любимая пекарня. Конечно, основа – это хлеб. Классический, белый и черный, бездрожжевой, с вкусными добавками. Вот достают из печки краковский. Краковский чеснок, геркулес, купеческий фундук, чернослив. Работа кипит с 5 утра. Уже к открытию одни придут за хлебом, другие за самсой, пиццей или венгеркой. Я делаю венгерку. Венгерка из слоеного сдобного теста. Внутри творог. Вообще вкусно. Творог и другие начинки только натуральные, как правило, от местных производителей. Сметанники, курники, профитроли и булочки с шоколадом. На прилавке выпечка на любой вкус. Булочки с маком, сверху шоколадом. Очень вкусные, хорошо разбирают. И их очень любят нефтеюганцы, прям вообще сразу разбирают. Маковики тоже мак, там внутри маковая начинка. Они особенно тоже очень хорошо идут для сладкоежек. Прям вообще они прям кайфуют от них. Багеты сытные, с колбаской, с огурчиком разные. В основном молодежь приходит, покупает. Ассортимент постоянно растет. На прилавке появились морсы, печенье, в морозилке пельмени по-домашнему. Конечно, пекарский бизнес непростой, поясняет Наталья, но еще ни разу не пожалела, что открыла именно пекарню. Тем более удалось воспользоваться самыми разными мерами поддержки от администрации города. Администрация города вообще большое спасибо, то есть компенсирует часть затрат на аренду. И вот мы покупали в этом году оборудование, тоже часть затрат на оборудование компенсировали. Очень приятный такой, я бы сказала, ощутимый бонус. Главное – прислушиваться к запросу покупателя. Вот наступили морозы, в ассортименте появился горячий бульон. Когда мы кушаем вкусную горячую булку, ее хочется чем-то вкусным также запить. Елизавета работает в пекарне «Любимой» уже год. Коллектив дружный, покупатели приветливые, постоянно все больше и больше. Тем более, что цены демократичные. Приходят, говорят, что у нас намного вкуснее хлеба, чем там, в сетевых магазинах, в супермаркетах. Я работаю рядышком, мы частенько сюда приходим на обед, покупаем здесь булочки, очень вкусный у них кофе. Бывает, что заходим просто так, когда проходим мимо, обязательно покупаем. Очень вкусный хлеб, всем рекомендую приходить. А еще в пекарне «Любимый» не забывают о социально незащищенных нефтеюганцах. В конце рабочего дня на этом столе для них появится бесплатный хлеб.